Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like FilmDB. Представляем вашему вниманию список фильмов, похожих на комнату. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. Кловерфилд 10 2016 года. Проснувшись после автомобильной аварии, девушка оказывается в подвале человека, утверждающего, что он спас ей жизнь от химической атаки, которая сделала мир за пределами бункера непригодным для жизни. Пленницы 2013 года. Келлер Довер сталкивается с самым большим кошмаром каждого родителя. Его 6-летняя дочь пропала вместе с подругой. Время бежит, девочки не возвращаются, и паника достигает своего предела. Единственная зацепка – обветшалый фургончик, который был припаркован на их улице, когда девочки играли во дворе. Детектив Локи, возглавляющий расследование, арестовывает его водителя, Алекса Джонса, но вскоре полиция вынуждена его отпустить из-за нехватки улик. Полиция медлит, а обезумевший от горя отец берет дело в свои руки. Но как далеко готов зайти Келлер в поисках девочек? Олдбой 2003 года. 1988 год. Обыкновенный и ничем не примечательный бизнесмен по имени Оде Су в день трехлетия своей дочери по пути домой напивается, начинает хулиганить и закономерно попадает в полицейский участок. Из участка его под свое поручительство забирает друг детства по имени Чухван. Пока Чухван звонит домой жене незадачливого пьяницы, Оде Су пропадает. Неизвестные похищают его и помещают в камеру частной тюрьмы. Камера состоит из комнаты и санузла. В ней есть телевизор, но нет окон. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!